Жаңы цивилизацияда эми мына башталды, табият аты өчүп, бейишке айланды. Биз бир жылдарда ошо кыш болбойчок десең күлкү болгон, азыр ошо жайдын аптабы жоюлуп, табият бейишке айланды. Адам рамкада жашап жүргөн, дин, бийлик, байлык бир көрө албас, андан рамкадан боштондукка чыгып, жаратуучулугун иштетип өлбөй калат. 21-нчи кылымда дин, батыштын саясаты, тарых, медицина, бай мамлекеттер жоюлат, ааламдык улуу мыйзамдар ишке кирет. В то время эпоха техники еще не началась, человечество было безграмотным. Бог открыл им свои тайны, понятия о будущих правилах жизни человечества на уровне самого низкого сознания. В 21 веке общий порядок изменился, и во Вселенной, и на Земле мировые старые религии создали противостояние для человечества, используются как политику. Поэтому идут войны и разруха. В золотом веке, когда придет бессмертная, вечная, свободная жизнь, анатомия человека, его тело приобретет характер химической реакции и начнет выполнять большую миссию. Вместо Бога астрологии займет анатомия человека и будет выполнять их функции. Шишковидная железа мозга человека начнет работать в полную силу, вырабатывать созидательную энергию, управлять видимым и невидимым миром. Чтобы тело человека полностью начало выполнять свое истинное предназначение, надо пройти через психологический поворот. Например, упорядочить мысли, отойти от старого, научиться жить без эмоций, проявлять добродушие, милосердие, создавать мир, природу, человечество своими мыслями. Маложивущие будут жить по 500 лет, а большинство по 2000 лет. Человек станет бессмертным.